Всем привет. Уже, но у нас вечер, время 6:30. Я вот снимаю, но пока рассказ мой идет, посмотрите в темноту, ладно? Мы идем в церковь Святой Екатерины. Завтра праздник Святой Екатерины. И вот это у нас в городе церковь Святой Екатерины с часами, украшенная по-рождественски, с фонариками, да. Потому что перед Рождеством сегодня 24-е, завтра 25-го всех Катерин, которых крестили в христианской церкви, и кто носит имя при крещении Екатерина, поздравляю всех с праздником. Дай Бог вам всем здоровья и счастья, вашим семьям, вашим детям, маленьким деткам, всех Катерин, всех с праздником. Вот церковь Святой Екатерины, и началась литургия вечерняя перед праздником. Мы пойдем в церковь, послушаем литургию вечернюю. И здесь у нас называется в Греции панегири. Панегири, ну сегодня так как вечерний такой день, вечер и холодно, и нету очень много народу туда в церкви, я не буду снимать. Церковь очень красивая. Вот видите, фонарики поставили, флаги повешали в греческой церкви с молитвами. Совсем. Вот. Свечки вон туда ставят, сделали навес. И вот здесь ставят свечечки. Вон, видите? И пойдемте в церковь. Карапает мелкий-мелкий такой дождик. Пойдемте в очередь, встанем. И церковь очень маленькая. Народу туда не вмещается много. Поставим свечки. Oh,
это совсем, совсем молодая церковь, ее недавно только строили. Твою душу прямо на пути красивая. Да? Ты не красивая, ну, вот 50 лет, говорит он, 50 лет с лишним, наверное, вот этой церкви. Все, мы зашли, оставили свечки. Народу много, идут, надо уходить, потому что если все будут стоять здесь, конечно, не влезем сюда. Вокруг здесь темновато. Вот. Время без 15:07. Дин, скажи всем привет с праздником. Скажи всем привет с праздником. С праздником. Вот, ну, Динос вас всех поздравляет с праздником. Всех Катюш, всех Катерин, всех маленьких и больших с праздником, девочки мои дорогие. Все, ну все, давайте встретимся еще раз на моем канале в следующий раз. Машины едут, и не останавливаются. Ну все, давайте, я вас всех люблю, всех целую, всем привет из нашей вечерней Греции. Всем пока-пока и до встречи.